Мы с вами присутствуем на историческом событии. Это кровельный марафон. Он посвящен Дню кровельщика, который традиционно проходит каждые третьи выходные мая. Нам повезло, погода хорошая. Соответственно, на конкурсе кровельщиков, который в этом году стартует в разных городах России, от Калининграда до Хабаровска, одновременно в этот день стартуют праздники кровельного мастерства. То есть различные профессиональные строители в номинациях несколько представлено. Плоские кровли, кровля с битумно-полимерными материалами, кровля с ПВХ-мембраной и скатная кровля, битумная черепица в этой категории, соревнуются в рамках кровельного мастерства, как я уже сказала. Соответственно, мы с вами видим, за нашими спинами проходит творческий конкурс, уже вырисовывается какая-то интересная картина, видимо, это будет цветочек. Соответственно, несколько номинаций. Цель конкурса – привлечь внимание к проблеме качества производства кровельных работ, соответственно, повысить уровень производства работ, привлечь молодых специалистов, дать толчок именно в направлении развития кровельного мастерства. В конкурсе, который проходит между профессионалами, участвуют и студенты нашего факультета. Конечно, они уступают в скорости выполнения работ, но в качестве работ комиссия оценила их работу на отлично. И мне хочется пригласить лучших кровельщиков, победителей данного конкурса, поступать к нам и становиться инженерами, чтобы освоить профессионально не только кровельные работы, но и общестроительные работы и стать профессиональным инженером.